Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, 17 день, забирай 200 шестеренок. Ух. Спасибо, мне 18 лет, я уже мужик. Мужик. Мужик, ребята, не возрастом измеряется, уж поверьте мне, а своими поступками и действиями. Он может быть и в 12 лет мужиком. Вот так вот. Так, ну что, друзья мои, тут эпическая легендарка и крылья. Бесплатный. Есть поступки мужские, сами понимаете. А можно и в 40 лет быть ребенком. Так, новое задание. Выиграйте 5 гонок на суперкаре. Оу, на суперкаре 5 гонок. Это хорошо. А что я хотел сюда зашел-то? Для чего зашел? А чтобы просто, наверное, ребят, погонять. Просто погонять. Ну что, поехали? А, тут выбор. Ну давай возьму. А почему моя машина такая? Извините меня за выражение. Как тебе это объяснить-то попроще? Ой-ой-ой, зачем же ты так сделал? Ну, я смотрю, он там тоже, да, весь на фугасе ехал. До последнего выжимал, потому что у него вся машина в хлам. Ну, давай здесь на этой поедем. Ну, а почему бы и нет, да? Почему бы нам не прокатиться здесь на хилл-климбе? Так-то она шпарит нормально. А что случилось? Ну давай. Это надо было за определенное время, что ли, прокатиться? Ничего не понимаю. Оу, я понял. Ой, твою налево, моя машина куда улетела вообще? Начинаем заново как будто. Ну заедь ты. Не хватает, друзья, дури. Да, к сожалению, дури не хватает. Хватило. Ну, ты знаешь, что я тебе скажу? Это бесполезно. Там такие... такие гонки. 7400? 7400 я получил. Так, ну что, у нас приключения, ребята. Я хочу покататься в приключениях. Кстати, я в первый раз... не знаю, там за сколько времени... на суперкаре еду. Под водой. Ну я как вижу, я тут и на мотоцикле еще выпендривался. Интересно, далеко ли я на нем уезжал? Вот вопрос-то в чем заключается. Эх, потерял из виду. Потерял я его из виду, я не вижу, где он. Вон он. Так, он тоже здесь скорость приспустил. Немножечко приспустил. Ты видел, где байк размазался? Ну вот. А я, как говорится, еду дальше. Тут, наверное, я зря так сделал. Давай. Блин, я хотел, но не получилось. Я уже практически скорость сбавил, но... там невозможно было, ребят, подоспеть вовремя. Так что поехали, едем дальше.
Ой-ой-ой-ой-ой, я даже не увидел, что я перевернулся. Твою налево. Но, тем не менее, три сундука я, ребят, подобрал. Управление в воздухе, ускоритель, фляг. А событий у нас никаких нету, да? Задание завершено. Ага, проехать 1700 метров. Зимние шины, ускоритель. Выиграйте 5 гонок на суперкаре. Ну что, поехали? Нам все равно уже терять нечего. Нас, я думаю, назад уже не откинут. А выиграть 5 гонок было бы неплохо. Было бы очень даже неплохо. Опять там скоростной какой-то. Скоростной 12. Ауч. Жесть. Это, ребят, труба. И почему-то я... Вот, все. Это было дело дрянь. Я думал, что я смогу туда перелететь, если честно. Но, как ты видишь, у меня ничего не получилось. Не совсем подходящая для этого машина была. Ладно, будем надеяться, может быть, здесь выиграем. Может быть. Но здесь, слушай, здесь выиграли. Но нам, если мы хотим вообще победить в этой гонке, нам нужно... Нам нужно здесь сейчас выигрывать. Получается. Оу! Встал, 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 родной, на колеса встал. Молодец, красавчик. Да не... Давай, 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 давай. Может быть, все-таки есть шанс на победу-то у нас. Да что ты... Есть. Фу. Изи. Подожди, а мы какой... Блин, а мы все равно, ребят, второе место заняли с вами. Так что это не засчитывается нам. Восхитительные диверсии. Ну что ж, попробуем. На суперкаре я восхитительные диверсии еще, ребята, не катался. Да. Совсем, совсем, ребят, все плохо. Прям вообще. От слова вообще невезух какая-то. Она слишком прыгучая. Ну, слишком, ребят, очень много в воздухе проводит времени. Ну, смотри, что вытворяет, видишь? Не, ну хотя бы баги обгоним. Хотя бы так. Чем никак. Баги там, конечно, ребят, попытался что-то там сделать. Ну это что? Ну вот это что такое? Твою налево, я тебя спрашиваю, а? Все, ничего не могу сделать. Ни взад, ни вперед, блин. Трэш. А эти скидывают, ребята. Счетчик скидывается. Ну давай попробуем здесь. Фига себе. Ну давай вниз тогда уж, что ли. Допустим. Допустим. Есть. Слушай, ну взяли мы. Тут мы взяли первое место. Меня это уже радует. Очень радует. Так, 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 так. Давай, 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 родная моя. Там сзади баги, что ли, едет? Но... Нет, ККМ-ка там едет сзади. Там сзади едет ККМ-ка. Е! Yeah. Фух! Ну что же, давай попробуем и здесь все-таки. Ой-ой-ой-ой-ой, наверное. Наверное, зря я так сделал. Хотя. Подожди, подожди.
Еще не все потеряно. Еще не все потеряно, браток. Еще не все потеряно, браток. Нормально. Все, ребят, выиграли мы 5 гонок этих на суперкаре. Замечательно. Забираем нашу награду. Зимняя шина, колесный ускоритель. Так. Угу. С днем рождения. Так, вам гонку, наверное, сделать. Так. Ну и я поздравлю. Вот таким вот образом. Так, ну что? Что, друзья? Такая вот у меня была коротенькая сегодня серия. Сделал я ежедневку. Маневр 500 метров в гора приключений. 500 метров в гора приключений. А слушай, а я могу вот эти вот маневры делать, например, вот здесь? Подожди, 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 подожди. Вот, например, гора приключения, да? Вот в этой горе я не смогу. Маневр не прокатит, если я здесь сделаю? Или будет засчитываться все-таки? 500 метров, это что у нас 500 метров? Что за маневр? Это надо пролететь или что? В чем заключается маневр, блин? Ты мне объясни. Я вот, например, не знаю. Опа. Нормально так шпарим. Красота. Просто красотища. Что такое маневр, а? Стоп, 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 стоп. Ты сейчас так размажешься, парень. Уже крыши, по-моему, нету. Фига мы тут. В шоке, что мы тут вытворяем. А наш рекорд... Два километра с лишним там, да? Это, по-моему, старый рекорд. Взял, взял, взял горючее. Молодец, красавчик. Аккуратненько ехать надо. Нет, наверное, все-таки здесь, в этих гонках читается. Надо именно в приключениях, ребята. И в приключениях, это, я так понимаю, это именно на гонках. Фига себе. Я думал, что не заеду сюда. Так, горючку возьми. Ой-ой-ой. Фига тут. Мне так пришлось специально делать, потому что иначе бы я размазался бы, ребят. Такая скорость, офигеть можно просто. Куда это мы с тобой собрались-то? В Поднебесную, что ли? В Поднебесную нам пока еще рано. Едем просто вот так вот. Трэш. Какой-то трэш просто тут происходит у меня. Смотри, как я гоню, гоню как сумасшедший. Я не вижу краев, не вижу дороги вниз. А так пришлось специально, ребят, выставляю, чтобы крыша не врезаться. Вот так вот. Тихо. А, вот оно что.
Ага. Тихо. У нас есть шанс, кстати, с тобой побить наш рекорд. Ты видишь, да? Нам как бы 300 метров там осталось. Тихо. Давай, давай, давай. Опа, молодец. Красавчик. Выкрутился из этой нелегкой ситуации. Горючее не забудь только взять. А в чем же тогда прикол был? Где-то мы там размозжились. Еще один прыжок. Я, кажется, понял, где мы там погибли. Тихо, 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 тихо. Да тихо ты! Тьфу! Вот идиотизм, ребята. Вот идиотизм-то где был. Мы не сделали, да? Никаких маневров нам не засчитали. Да никого я не собирался по обещанию повышать. Чего вы этот несете-то пругу? Да нет, вроде маневр идет, ребята. Вроде идет маневр, а вроде не идет. Так, я хотел потратить еще финансы. Так, финансы на байк. Подожди, не понял. А, тут я его не узнал, ё-моё. Давай, прижимнуху. Будем прокачивать, наверное. Ну что, дорогие друзья, вот такая вот коротенькая серия. Блин, а что вот это такое? Один. Почему не два, почему не три? Почему сундук мне не дает? А, премиум пак купить надо. Понял. Ну что, дорогие друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.